Мой отец, Карев Петр Егорович, родился в деревне Глухово Ногинского уезда Московской губернии в 1910 году. Окончил семилетку, работал слесарем на заводе «Электросталь» и в 30-е годы уехал поднимать целину в Сибирь, где и женился на моей маме. В 40-м году я родилась, а в 41-м году отец был в составе сибирской дивизии, взят на фронт и отправлен в мясной бор под Ленинград освобождать блокаду Ленинграда. Но в марте 42 года он погиб, подорвавшись на немецкой мине. Поскольку документы не сохранились, отец 50 лет считался без вести пропавшим. И я занялась поисками его могилы. Я нашла эту могилу, я сделала документы, и мама стала числиться вдовой погибшего, поскольку она не выходила замуж. И была очень счастлива, что я нашла эту могилу. Отец мой без вести пропал. Об этом знала я полвека. Но вот счастливый день настал. Нашла могилу я родного человека.